Дочь известной исполнительницы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, обнародовала в Инстаграм запись, на которой ее мать грубо высказывается в адрес певицы Валерии. Плаксина уточнила, что это малая часть того, что ей приходится выслушивать дома. Примечательно, что вскоре дочь Успенской видео удалила. Ну что, записали песню, ну как? Удачно, ну как? Вообще никакой интерес. Я смотрю, это Валерия нахуй идет. У нее концертов нет, она продается у царей, поет песни, концерты ее дают на стихи, чтобы создать людям, что у нее есть концерты. И это природная пенсия, она только о ее детях беспокоится, о каждом ребенке, о ее бабушках, о мамах, всех перевез сюда, всем занимается, а ей только королева пой. Она хотела в Альберт Холл, а нахуй ей Альберт Холл. Какого Альберт Холл, ты, блядь, людей не соберешь. Так он писал приглашение к королеве Елизавете, ну это пиздец. Понимаешь, на что он шел ради нее? То же самое в Ангеле. Что он ради нее, на какие унижения? Он ее сделал. И она ему такая благодарная. Если бы он хотя бы вот такой сделал, как она, он оборот меня. Если бы я высоко была бы в Фэрфэкс, это на Палм-террасе сегодня бы пела бы для вот этих вот убогих. Понимаешь? 65 лет. Работала бы за копейки, жила бы этой убогой жизнью. И семья бы вот, понимаешь, шла у него на поводу. И... Ну что, записали песню, ну как? Удачно, ну как? Вообще никакой интерес. Я смотрю, это Валерия нахуй идет. У нее концертов нет, она продается у царей, поет песни, концерты ее дают на стихи, чтобы создать людям, что у нее есть концерты. И это природная пенсия, это не делает. Она только о ее детях беспокоится, о каждом ребенке, о ее бабушках, о мамах, всех перевез сюда, всем занимается, а ей только королева пой. Она хотела в Альберт Холл, а нахуй ей Альберт Холл. Так какого Альберт Холл, ты, блядь, людей не соберешь. Так он писал приглашение к королеве Елизавете, ну это пиздец. Понимаешь, на что он шел ради нее? То же самое в Ангеле. Что он ради нее, на какие унижения? Он ее сделал, и она ему такая благодарная. Если бы он хотя бы вот такой сделал, как она, он оборот меня. Если бы я высоко была бы в Фэрфэкс, это на Палм-террасе сегодня бы пела бы для вот этих вот убогих. Понимаешь? 65 лет, работала бы за копейки, жила бы этой убогой жизнью, и семья бы вот, понимаешь, шла у него на поводу. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал. Да, кстати, и на все соцсети. И не забудьте поставить колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о новых видео. Всем пока!